Напольное покрытие укладывается на сухое и чистое основание с соблюдением инструкций производителя. Каждая сторона подложки Tuplex имеет свое функциональное назначение. На тонкую перфорированную пленку нанесен логотип и яркий цветовой рисунок. Плотная, не пропускающая влагу пленка, прозрачна. Через нее можно увидеть полистироловые гранулы Tuplex и воздушное пространство между ними. Для качественной стыковки соединительных полотен подложка оснащена прозрачным клапаном. Подложка Tuplex укладывается цветной стороной логотипом вниз на основание пола. При укладке подложки Tuplex заводим края на стены примерно на 4 сантиметра. Далее укладываем паркетную доску или ламинат. Соседние полотна укладываем рядом стык в стык, чтобы края полотен соприкасались друг с другом. Накрываем соседнее полотно по всей его длине прозрачным клапаном. Он зафиксирует полотна между собой. Завершив укладку напольного покрытия, перед установкой плинтуса аккуратно отрежьте выступающие края подложки по высоте паркетной доски или ламината. В результате получается сплошное гидроизоляционное покрытие, не пропускающее избыточную влагу к паркетной доске, ламинату и в то же время не препятствующее ее выводу наружу в местах примыкания подложки к стенам. Легкость укладки экономит время, а это значит, что работы по установке напольного покрытия и подложки закончатся быстрее. Подложка Tuplex – идеальное решение.